поселок Чкалово 3. В этом доме в январе 2021 года, отравившись угарным газом, погибли сразу двое молодых людей. 19-летний юноша и 17-летняя девушка сняли квартиру 6 января, а уже 7-го там обнаружили их тела. Обвинение было предъявлено 76-летнему владельцу квартиры. Следствие установило, что мужчина заключил устный договор посуточного найма, но не объяснил ребятам, как правильно и безопасно пользоваться проточным водонагревателем. Потерпевшие неправильно эксплуатировали указанное оборудование, не обеспечили постоянный приток воздуха, поэтому образовавшийся в результате сгорания газа угарный газ не уходил в вентиляционный канал, и через некоторое время его концентрация повлекла острое отравление и гибель молодых людей. Следствие длилось более 1,5 лет. За это время подсудимый успел дать признательные показания, а потом от них отказаться. Тем не менее, Коряжемский городской суд, куда было передано дело, признал 76-летнего котлошанина виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц. Подсудимому назначено наказание 5 лет лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить потерпевшим семьям по 2 миллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.